Здравствуйте, инспектор ДПС, старший отмечает. Здравствуйте. Все на остановке, превышение скорости на силовом пункте, городе Сюрбинске. Можно что, водительский, паспорт? Есть водитель? Нет, нету. Что? Нет, только водительское. Не понял. Только водительское. Не мое водительское? Только водительское есть. Не понял еще раз. Только водительское удостоверение есть. А, свидетельство о регистрации? Есть, паспорта нет. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, вы мне. Что-что? Вы мне покажите все, я вам все покажу. Удостоверение? Удостоверение, фото-видеофиксацию, сертификат на прибор, протокол, который вы будете составлять. Я вам все дам, и мы разъедемся. Ничай, Евгений Владимирович. Да. Нет. Милиция. Да я прочту, я понял, я прочту. Инспектор посады, инспектор ДПС, срок уже 2017. Ну, давайте прибор, составим протокол, да я поеду. Я просто очень устал и хочу домой. В смысле, принести прибор? Нет, в смысле, продать мне его. Не, продать, я думаю, никто у меня его не продаст. Ну, я не знаю. Ну, тогда хотя бы принесите, ладно. Принести я его не могу, потому что он по техническим проблемам у него, ну... Так если у него технические проблемы, как вы с ним выходите на работу вообще, не понимаю. Вот, ну, вот вы останавливаете людей ни за что, говорите, что они превысили. Как ни за что? Ну, как? Превышение есть. Ну, он технически исправен прибор? Технически исправен. Несите, посмотрим. Технически исправен, только аккумулятор слабый. Нет такого тока. Он не дотянет. Прям. Он либо исправен, либо не исправен. Нет такого почти. Он исправен. Ну тогда будем составлять протокол. Просто у него аккумулятор слабый. О, инспектор, знаете, вот вы вроде тоже исправны, но у вас просто законодательная база хромает. Вы принесите, я вам дам документы, вы все напишите, составите. Я поеду, оплачу штраф и лягу спать, и все. Давайте, я еду очень издалека. Нет ни желания на вас писать заявление о беспричинной остановке и тратить свое время. Несите и давайте составим, да я потому поеду. Потому что как бы вот, была причина, правильно? Как так есть была? Причина. У кого? Есть как? Причина. Где? Вот было превышение. Покажите мне. Ну я понял вашу позицию. Нет, вы любите, наверное, подискуссировать просто. Нет никакой дискуссии. Все просто. Вы остановили, сказали причину остановки, да. Показали фото-видеофиксацию, составили протокол. Я не отрицаю. Пойдемте, я вам покажу. Не хочу ходить никуда. А? Я не буду никуда ходить. Вы давайте здесь все сделаем, и я поеду. А, здесь сделаем. А как? Вы так говорите, потому что вы знаете, что да, что я его не могу. Это бред чистый. Это какой прибор? Каким мы фиксировали? Визирь у нас что имеет? Автономную батарею, автономное питание. Пожалуйста, будьте любезны. Я же вам сразу объяснил. Она слабая, она не дотянет. Инспектор, ну это... Я только открою архив, она сразу... Я честно, вот вы без обид, вот не дотягивайте в данном случае вы, не прибор. Что может быть проще? Выйти на линию с исправным прибором, проверить его до того, как вы выходите на службу. Что он, может быть проще? Исправен. Тогда давайте составим протокол на нарушителя, если я нарушу. Пока я могу только на слово поверить, что я нарушил на населенном пункте Терпицкий скорость. Я понял вашу позицию. Скажите, пожалуйста. Я понял вашу позицию. Просто не хотите пройти. Знаете, да? В чем история? Вот что проблема в том, что мы с вами не разъедемся. Потому что вы сейчас начнете мне рассказывать, что вы предупреждаете меня, что больше так не надо. А для того, чтобы предупредить человека, все равно надо ознакомить его с фото-видеофиксацией. Просто так предупреждать людей нельзя. Я вас ни о чем не предупреждаю. Правильно. Следовательно, как мы с вами расстанемся? Объясните. Я вас ни о чем не предупреждаю. Как мы расстанемся я с вами? Я просто понял, что я вам не могу принести, потому что он под шнура. Вы посмотреть не хочется, не знаю почему, у вас может проблема со здоровьем, может быть, да, ветер, там, погода, либо еще что-то. Инспектор, как просто... мы с вами расстанемся в рамках закона? Как мы расстанемся с вами? Да. А как вы хотите расстаться? Я хочу развестись. Что значит, что я хочу расстаться? Я хочу по закону, чтобы вы мне сказали, как мы разъедемся. Предупредить вы меня не можете. Ничего, просто так вы доказать законность остановки не можете. Мне приходится писать заявление без причины остановки бесконечные. Но это невозможно. Как мы с вами по закону сейчас должны разойтись, чтобы ни мне, ни вам? Придумайте, я поеду. Что именно вам придумать? Ну как по закону как мы разъедемся? Разойтись? Да. Вот не причина, потому что я не могу вам принести прибор. Да. По тем причинам, что я не могу вам принести прибор. Поэтому... Доказать я не могу, так что вы можете сами пройти посмотреть. Не хотите, нет. Ну. Правильно, но как в рамках закона теперь я еду спокойно, чтобы чувствовать себя не нарушителем. Вот я не нарушил. Вы чувствуете себя нарушителем? Так вы меня обвинили в том, что я нарушил. Не обвиняю, я вам говорю, вам превышение по прибору. Прибор фиксировал, не я. Ладно, что мы делаем? Я еду в Запорожье и составляю заявление о беспричинной остановке, а вы что делаете? А мы что делаем? В случае прихода этого заявления будем вписывать с правами. Пускай по поводу меня проводят служебные проверки. Ну и сами все знаете. Все, тогда я поехал. Знаем, конечно. Да, всего доброго. Не нарушайте.